Вот уже пятый год детский музейный центр обучает и погружает детей в мир изобразительного искусства. На днях среди юных художественных мастеров, воспитанников центра, прошла выставка их работ, на которой в гостях и побывала наша съемочная группа. Сказочный мир детства – это время чудес, мир мечтаний и фантазий. Это волшебный мир, который может играть всеми цветами радуги. На картинах юных художников можно увидеть красивые закаты, зимнюю сказку, ностальгию по лету и удивительных животных. У меня красавица зима. Она как бы покрывает все, землю снегом. Я очень люблю рисовать, рисую с 3 лет. Больше всего я люблю рисовать на бумаге, карандашами, всякие машинки. Я нарисовала картину «Сказочный олень», потому что была зима, и она была очень красивой. Я рисую уже с 6 лет. Ребенок с 3 лет, он уже начинает рисовать карандашами, да, ручками, все, красками, пальчиком, да, и не надо этому противостоять, так как ребенок самовыражается, да, он таким образом изучает, да, окружающий мир. Каждая работа имеет свое волшебство, можно сказать. Каждая работа, она отличается и цветами, да, техникой наложения красок, и в целом это индивидуальная работа каждого ребенка. В детском музейном центре работают несколько студий творчества. Акварелька, калейдоскоп, солнечный круг и другие. Около 200 детей обучаются художественному мастерству, разным техникам живописи. Наверное, чем раньше заметить то, что ребенок рисует, и давать возможность детям рисовать, это будет замечательно, и это поможет человечку развиваться дальше. Еще мы работаем с особыми детьми, с особенностями развития. И хочу отметить, что вот на этой выставке представлены работы этих детей. И хочу сказать, что искусство действительно лечит, это чудо. И проходя вот по этой выставке, мы заряжаемся такой положительной энергией. Невозможно пройти и не улыбнуться. На выставке «Юные таланты» в Национальном художественном музее было представлено более 30 работ. Все они очень эмоциональны и наивны, привлекают своей неординарностью мышления и свободой выражения. Учащиеся центра – победители многих республиканских и международных выставок. Моя работа «Планета» участвовала в онлайн-конкурсе в России, всероссийской, и заняла 3-е место. Я нарисовала имена года. Я люблю рисовать природу. Наверное, сейчас очень холодно, и здесь у нас очень лето короткое, а по лету скучаешь. Это закат. Здесь как бы передавала эмоции красками, пыталась передать суть лета. Я люблю рисовать машины, города. Я люблю рисовать бабочек и цветы, и лето. На выставке представлена моя работа «Снегирь». Каждый ребенок – творец. Всеми цветами радуги озаряются его таланты и душевная красота. Живопись помогает ему увидеть мир во всей ее яркости и многообразии.